Попечительский совет КГСХА возглавил глава региона. В состав вошли чиновники, депутаты областной думы, руководители крестьянско-фермерских хозяйств промышленных предприятий. Вокруг сельхозакадемии мы сейчас создаем своего рода кластер для того, чтобы всячески поддержать сельхозакадемию. Сегодня обговорили на попечительском совете уже по дополнительным мероприятиям по поддержке сельхозакадемии. Это и профпереобучение, это и курсы повышения квалификации, это и партнерские взаимовыгодные отношения с сельхоз крупными предприятиями и в том числе и с промышленными предприятиями по подготовке квалифицированных кадров по заявкам уже и по заказам руководителей предприятий. Также на заседании совета обсудили вопрос открытия отделения или факультета дополнительного профессионального образования по повышению квалификации. По словам исполняющего обязанности ректора КГСХА Владимира Левицкого, вуз готов оказывать образовательные услуги участникам региональных программ «Начинающий фермер» и «Семейные животноводческие фермы». Здесь цель такая, чтобы всем миром, что называется, сделать все необходимое для того, чтобы Академия в дальнейшем развивалась не хуже, чем раньше, а ускоренными темпами, потому что задачи стоят большие. Я жду поддержку, я жду, что будет оказана помощь именно в обеспечении кадровым потенциалом всего агропромышленного комплекса с нашей помощью, с нашим непосредственным участием. Также на попечительском совете было принято решение о закреплении шефства сельскохозяйственной академии за мемориалом Терентию Семеновичу Мальцеву в Кургане. Алексей Старцев, Василий Малухин, Станислав Достовалов, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».